И у нас в гостях Станислав Твердохлебов. Сейчас мы будем подводить итоги выставки Prodexpo 2020. Станислав, расскажите, пожалуйста, что вам не понравилось на выставке Prodexpo в первую очередь? Ну, конечно, меня разочаровало, что на выставке нет Германа Стерлигова с его знаменитым хлебом, раскрученным очень брендом. Но это, видимо, от того, что здесь, на этой выставке, все делается по науке, а Герман Стерлигов ученых называет колдуны проклятые. Поэтому, значит, он, видимо, решил проигнорировать. Но он первый, кто подал пример таким сейчас знаменитым личностям, как Жерар Депардье, который сейчас продает чебуреки, вареники под своим именем, брендом, значит, или Георгий Лепс напитки. Конечно, эту дорогу, значит, открыл всем известный, знаменитый Герман Стерлигов. Поэтому надеюсь, что, значит, для того, чтобы молодежь еще более вовлекалась в этот процесс, увидеть на следующих выставках от Дудя галушки и от Тимати вареники и драники. Это, конечно, будет, так сказать, писк моды, и везде по России будут открываться, значит, дуть галушки и драники от Тимати. Вот этим я хотел бы веселой нотой, значит, поздравить выступающих и особенно, Володя, вас, потому что я просмотрел не 10, а даже 100 различных записей, и вы, на удивление единственный, сказали самое главное ключевое слово «качество». Это и в моем интервью, и в других. Поэтому мой респект, уважение вам, что вы правильно подметили. Если продукция будет качественная, иметь свою изюминку, то, конечно, рынок ее быстро узнает и за ней будет гоняться. Поэтому еще раз благодарен всей вашей команде за эту работу. И надеюсь сейчас вот привести директора стенда из Азербайджана с его знаменитыми помидорами. Вот, потому что, ну, азербайджанские помидоры — это на самом деле что-то невероятное и по вкусу, и по качеству, и по сохранению. И, значит, моего друга француза с его вином, скажу, что вы работаете еще сегодня до 4 часов, что они еще успеют сделать свои интервью, ну и принесут свои продукты продемонстрировать и похвалиться. Вот. А вы еще раз и еще раз употребляете вами открытую формулу на этой выставке, Володя. Фамилию назовите вашу, чтобы я... Подкаменев. А Подкаменев Володя открыл на этой выставке настоящее важное ключевое слово – качество. Качество, за ним будут гоняться всегда и всюду, особенно в продуктах питания. Спасибо. Выставка прошла на ура, если единственный недостаток – это то, что не было Германа Стерлигова. Представляете? Станислав, спасибо огромное, что были с нами. Спасибо.